Новые санкции в ответ на отравление Скрипалей ввел Госдепартамент. Такое право у администрации США есть по закону о контроле и запрете химического оружия. 22 августа вступил в силу первый раунд ограничений в сфере торговли. Теперь в Россию нельзя ввозить продукцию двойного назначения, то есть ту, которая может быть использована и в гражданской, и в военной сфере, а также электронику, электронные компоненты и технологии для нефтегазовой отрасли. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство поможет найти замену. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку. Мы готовились к этой ситуации давно. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии. Эти рынки для нас открыты. Отраслевые чиновники, как видим, отвечают на санкции в своем привычном ключе. Мол, мир большой, помимо американского рынка есть и другие. Но санкции Госдепа не случайно вводят в два этапа. Первый – это предупреждение, возможность признать ошибки. Однако реакция Москвы зависит от настроя Владимира Путина, который отрицает роль России в отравлении Скрипалей. Хотелось бы верить, что это не путь Ирана. Хотелось бы верить, что, с одной стороны, наши власти будут предпринимать усилия для того, чтобы все-таки наладить сотрудничество не с точки зрения абсолютного отвергания каких-то претензий, но и признание их. Если официальная позиция России не изменится, то США введут второй раунд санкций. Закон позволяет выбрать не менее 3 из 6 вариантов полноформатных ограничений. От запрета на полеты Аэрофлота в США чиновники, судя по всему, отказались. Однако другие пункты предусматривают сворачивание торговли, запрет на экспорт американских товаров в Россию и запрет российского импорта в США, за исключением продуктов питания. Кроме того, возможно понижение уровня дипломатических отношений. Тогда вместо послов в Москве и Вашингтоне будут временные поверенные. Вопрос, как российские власти станут решать экономическую часть проблем? Я не исключаю варианта, когда наши власти пойдут по пути просто заливания деньгами наших проблем, и следует после этого ожидать существенную инфляцию. Я не говорю о пути Венесуэлы. И мне кажется, что в среднесрочной перспективе это будет катастрофа. В Государственной Думе, впрочем, никакой катастрофы не видят и предлагают сразу два решения – переждать и перетерпеть. Американцы, они ничего особенного, понимаете, они не добьются, так сказать, тех там целей, которых они перед собой ставят. Понимаете, то есть, мы-то потерпим это, перетерпим, понимаете, это давление, как сказать. У нас, если так, кто изучал нашу историю, нашей страны, мы же с вами, вы помните, помним, например, и холодный занавес, так сказать, и период перед Великой Отечественной войной, так сказать, когда у нас там экономически никаких не было вообще взаимоотношений с Западом. Впрочем, санкции Госдепартамента – это только половина проблемы. Ведь новый жесткий пакет ограничений готовят американские сенаторы. Они предусматривают санкции против российского госдолга и госбанков. Тогда российская экономика перейдет, если не на военные рельсы, то точно рискует оказаться на голодном пайке. Артем Филатов, Леонид Бобков, Владимир Ветинский, RTVI.